Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня я нашел для вас новый проект. Проект у нас называется Quantic. И это такая монетка, которая будет нас вознаграждать в двойном размере. Что это значит? Здесь у нас будет два вознаграждения. Да, все мы привыкли, когда мы держим монетки какие-нибудь, ну многие, да, которые сделаны на BSC, мы получаем вознаграждение в этой же монете, либо в чем-то другом. Здесь будет два вознаграждения. Вы будете получать вознаграждение и в монете, и также в BUSD. Проект у нас еще не запущен, да, то есть их монетка еще нигде не торгуется, у них будет запуск. Запуск здесь будет честным, он произойдет 22 февраля, ну и, соответственно, запуск будет сразу на PancakeSwap. Можно будет приобрести там, то есть у них не будет там никаких сейлов и так далее. Давайте познакомимся с данным проектом более подробно, ну а для этого перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы с вами и на сайте quantic.page. Ссылочку я оставлю обязательно в описании, также оставлю ссылку на их Telegram. Будут какие-то вопросы по данному проекту, вы сможете позадавать их в их группе Telegram. Итак, давайте сначала пробежимся по сайту, ну и, соответственно, познакомимся с проектом более подробно. Это у нас лучший протокол автоматического размещения ставок и автоматического компаундирования, да, то есть Dual Rewards. Вот как раз таки об этом я и говорил. Здесь у нас получается, они нам предлагают API именно в размере 100 000%. Также автоматическая ставка и комподирование в вашем кошельке. Получаете награды каждые 30 минут, то есть 48 раз в день. Ну и также держатели их монеток будут получать вознаграждение в BUSD ежечасно. Да? То есть у нас будет и вознаграждение в их монетке, и также вознаграждение в BUSD. Quantic преобразует DeFi с помощью протокола Quantic Auto Staking Protocol, который обеспечивает высокий фиксированный API. Да, то есть перебазирование вознаграждений каждые 30 минут и простую систему Buy Hold Earn, которая быстро увеличивает именно ваш портфель. Здесь у нас идет автоматическое вознаграждение, соответственно, и в BUSD, и в монетке Quantic. Как же это работает, да, то есть казначейские доходы и плата за покупку и продажу. Часть сборов за покупку и продажу помогает поддерживать доход именно казначейства Quantic. 5% объема торгов перенаправляется на RFY, тем самым помогая контролировать распространение протокола Quantic Staking. Также рост казначейства, приток казначейства увеличивает именно баланс казначейства Quantic и поддерживает выдающиеся токены Quantic. Ну и награда за стейкинг автоматически соединяется с казначейской валютой и, соответственно, вознаграждает вас. Здесь мы видим токен-экономику проекта, да, то есть Quantic — это токен BEP20, сделанный на блокчейне Binance Smart Chain. И здесь у нас имеется налог на каждую транзакцию. Давайте посмотрим, как он распределяется. 5% у нас идет именно на LP, ну точнее 5% от покупок и 6% от продаж именно идет в ликвидность. Далее, 5% торговых сборов перенаправляется в фонд устойчивого развития. Да, ну как раз таки из этого фонда у нас и идет вознаграждение за стейкинг. 3% казначейства, 3% покупок и 5% от продаж идут непосредственно в казначейство, да, именно в этот кошелек. Ну и 3% идут за вознаграждение в BUSD, да, то есть 3% торговых сборов вознаграждается как раз таки всем держателям токенов и именно в монете BUSD. Здесь у нас написано, как купить Quantic, что для этого необходимо, даже видео имеется. Но я думаю, с этим проблем не возникнет. Пока он, конечно, не продается, да, то есть, ну, здесь имеется кнопочка сразу купить Quantic, вы попадаете именно на PancakeSwap, но запуска у нас еще не было, соответственно, приобрести еще нельзя, да, то есть у нас ни ликвидности, ничего еще нету. 22 числа все это появится, и здесь вы сможете приобрести. Необходим вам кошелек MetaMask, да, настроенная сеть Binance Smart Chain, ну, либо там с помощью Trust Wallet можете приобретать, как вам удобно. Соответственно, здесь на сайте это также все расписано, и вы можете это посмотреть. Здесь у нас сколько вы можете заработать, да, вложив именно $1000, вы можете заработать 1 миллион. Ну, конечно, я в такие чудеса не верю, сразу говорю, может быть, что-то и получится поднять, но 1 миллион, это, конечно, смешно. Все богатые быть не могут, да, в криптовалюте. Такого просто-напросто не бывает. У проекта имеется подробная документация, с которой я советую вам ознакомиться. Здесь у нас все это дело расписано, как будут происходить награды, за что они будут проходить и так далее.
Ну и вообще вся идея проекта, соответственно, с этим также знакомимся. Вот как раз кошелек казначейства, да, здесь он будет, ну, часть будет уходить на маркетинг, на развитие проекта. Ну и, соответственно, байбек будет, да, то есть выкуп монетки они обещают и так далее. Награды в BUSD, о которых мы с вами говорили. Здесь, кстати, даже кошелек у нас, ну, он будет открыт, любой желающий может его посмотреть, да, какое количество BUSD там накопилось. Ну и так далее. Здесь действительно много информации. Аудит пока еще не сделан, но они обещают в скором времени его сделать. И, соответственно, будет еще аудит. Надеюсь, до 22 февраля они это дело сделают. Тогда будет больше доверия к проекту. Ну и токен-экономика, о ней мы с вами поговорили, да, то есть куда что идет у нас от покупок, от продажи, какой процент и так далее. Все это мы с вами посмотрели. Здесь все более подробно расписано, и кому интересно, конечно, можете также сюда зайти и, соответственно, со всем этим познакомиться. У них имеется уже приложение, которое они сделали, да, ну, соответственно, здесь пока у нас не так много что работает. Здесь можно подключить ваш кошелек, да, кошелек MetaMask, коннектить его сюда, ну и, соответственно, здесь вы видите, здесь будет показан ваш баланс, именно в монетках Quantic и так далее, сколько вы там получите вознаграждений на основе того, сколько именно у вас монет. Здесь это все у нас будет отображаться. Ну а также здесь имеется калькулятор, с помощью которого вы можете рассчитать, именно, да, рассчитать, сколько вы будете получать за холд, смотря сколько у вас будет монет Quantic, да, то есть 7 дней. Такой вот у нас будет баланс 1 месяц, 6 месяцев и 1 год. Ну и, соответственно, здесь это все у нас расписано, и вы можете это все посмотреть. Здесь, ну, особо пока еще ничего нет, они будут дорабатывать эту панель, и, конечно, здесь будет больше различных возможностей. Также в конце я хотел бы взглянуть с вами на дорожную карту проекта, что у них запланировано, да, и что они вообще будут делать. Итак, запуск на PancakeSwap будет первым делом 22 февраля, как я говорил. Далее блокировка ликвидности на сколько-то месяцев, лет, здесь не указано. Ну и запуск, конечно же, маркетинга. Также аудит смарт-контракта они сделают, международные языковые сообщества, и они обновят свой веб-сайт и документацию. Да? То есть команда сказала, что веб-сайт уже, кстати, будет новая версия, скоро готова, и скоро мы это увидим. Маркетинговая кампания на YouTube, в социальных сетях, ну и, соответственно, далее уже листинг на CoinGecko и на CoinMarketCap. Запуск DAP-радар, запуск панели мониторинга, различные партнерства, ну а также они планируют запустить коллекцию NFT DAO и какой-то секретный проект, о котором они пока что не говорят. А все это написано, дорожная карта, да, в их документации, можете самостоятельно также с этим делом ознакомиться. Ну что же, давайте подведем итоги. Подобных проектов, как Quantic, я не встречал, да, здесь у нас двойные вознаграждения, соответственно, и в самой монете, и в BUSD, подобного я еще не видел, поэтому меня и заинтересовал данный проект. Я никого не уговариваю сюда инвестировать, да, то есть я просто сделал обзор, инвестировать сюда или нет, вы, пожалуйста, решайте самостоятельно. Все ссылочки на данный проект я оставлю в описании, вы можете перейти по ним, ну и, соответственно, ознакомиться с проектом и принимать все решения. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!